Любимый философ Назарбаева, он постоянно говорит об этом по телевизору, был Луций Аниси Нека, который, кстати, был наставником тирана и просто психически больного римского императора Нерона. Как бы символизирует, да? Синека как-то произнес такие слова. «Великие города возводились веками, а были сожжены за считанные часы». Я бы хотел Назарбаеву перефразировать слова его кумира. «Великие диктаторы возводили свой культ личности десятилетиями, а были повержены за считанные дни». Если бы за воровство отрубали руки, то в Мажилисе вместо кнопок пришлось бы устанавливать педали для голосования. Будь проклят этот день, в который вас избрали, будь проклят этот миг, когда явились вы, и людям, как всегда, торжественно солгали, что служите лишь им, Иудины сыны.